Всем привет, я Артем Дзюба, и сегодня я расскажу вам, кто в «Локомотиве» самый-самый. Всем привет, я Антон Миранчук. Поехали. Все, камера, мотор, ребят, поехали. Самые спокойные, ну у нас целая банда спокойных ребят, поехали. Кузьмичев, Карпукас, поехали, кто еще? Ну вот они, наверное, Кузя, наверное, самый, наверное, спокойный. Пукса еще можно расшевелить, Кузя, я думаю, что вообще прям, ну то есть... Только, мне кажется, Кузя единственный, кто слышит, знаешь, когда свистят, и собаки такие понимают, что вот этот свист не слышит. Только Кузя, мне кажется, раз. Кузя самый. Да, Антоха Миранчук. Ходит спокойно так. Рябчинский, наверное, Дима. Он от него, ну, редко, когда услышишь какие-то предложения или разговоры. Да, Дима Рябчинский, то есть человек за 2 года сказал только 2 слова. Вот. Поэтому он очень спокойный, как удав. Ну, здесь я не могу уже себя хвалить, конечно, но мне, слушай, здесь забавный Тики тоже, забавный парень с шебутной. А так все остальные, мне кажется, ну все так по чуть-чуть, но, наверное, самый, наверное, Тики такой шебутной. Ну, Мага тоже, да, Стас, но ужасный. Ну, как и с музыкой, тоже такая же катастрофа. Ответ, наверное, очевиден, это Артем Дзюба. У него язык, как говорится, без костей. Если с ним в одном помещении находиться около 10 минут, очень сильно сводит скулы, потому что он шутит. Плоско, но смешно. Ну, тут один, как бы, у меня в голове, это Артем Дзюба, не Карпухас. Тут, как бы, без вариантов, тут ему... Это его часть, поэтому тут... Мага. Его вот не хватает из-за травмы, вот пожелаю ему здоровья. Скромный, наверное, все-таки Карпукас, наверное, действительно. Он такой прям вот он, скромный киллер. Такой он, спокойный такой, да, наверное, Карпукас, да. Он такой прям все время, мне кажется, даже мячи, когда отбирает, он часто отбирает, он даже как-то ему, наверное, неловко такой. Извините, наверное, мне кажется, говорит даже, извините. Извините, я вас сейчас заберу мяч. Не знаю, вот следующий. А могу узнать, кого называли ребята до меня? Пускай буду я скромный парень, я считаю себя скромным парнем. Почему Маша смеется? Не знаю, что-то знает. Вообще трудно сказать. Я с такими вещами не особо смотрю, кто стильный, кто модный. Честно, это к другим ребятам. Это, да. Самый стильный, я не знаю, но пусть будет самый стильный... Нинахов самый стильный, красивый. Самый, он, наверное, Нинахов, да. Это я так просто сказал. Просто, чтобы Нинаху приятно было. Максим. Самый стильный, на мой взгляд, пусть будет Максим Нинахов. Надо отдать должное его жене, потому что он не раз говорил, что за его гардероб отвечает его жена. Поэтому вот. А, сейчас тяжело, как будто раньше было больше модников. Сейчас ребята как бы есть, кто пытается, но далеко как бы до, наверное, до того, что мне нравится, наверное, так. Ну, я бы, наверное, выделил бы себя, Рифата. Сейчас ребята больше не то, что по какой-то моде, а больше по кроссовкам, поэтому вот у нас, наверное, вся команда, у всех ребят отличный выбор с кроссовками. Мне нравится, как Антоха одевается, я у него там беру пару там, вещей на заметку, сумки смотрю, мне нравится, как он одевается. Самая лучшая прическа вообще в «Локомотиве» у Ульянова. Самая шелковистая, я бы сказал. Такие вопросы, я не смотрю на это. Ну пусть будет Мага. Мне вот нравится вот такой стиль, что много волос. Как проснется такая прическа. Мне нравится у Стаса и у Кости Мардишвили. Я не знаю. Да, все молодцы, все за собой следят, на самом деле. У меня 2 есть кандидата. Артем Дзюба и Нитай. Карпукас, наверное. Ну, он всегда как бы... Как-то мы приехали летом, это было летом,
наверное, тем. Мы приехали с отпуска, я увидел его прическу, я, ну, честно, я был в шоке, поэтому... Но он вроде как со мной согласился, поэтому, наверное, без обиды, Артем, но тебя, наверное. Ну, худший Карпукас, наверное, все-таки он, или мы так и не можем определиться, он Мавроди или этот клоун, этот, как это, оно, или как вот этот был, Пеннивайз? Он, короче, или Карпукас, или Пеннивайз, или Мавроди? Ну, я скорее, то, что он Сергей Мавроди. Да не, у всех нормально, не буду никого. Ни о ком плохо говорить. Да мне пусть про меня что хотят говорят, я не буду ничего говорить. Самое милое обаятельное... Ну, кстати, интересный вопрос. Самая обаятельная милая улыбка. Все такие злые здесь, если честно. Ну, не знаю, ну и Пеня, и милашка, и Карпукас тоже такой добряк, и Куля тоже добрый очень таких. Ну, много ребят, они такие все очень спокойные, размеренные такие. Я думаю, что что-то они... А, Мардишвили. Мардишвили самый такой, мне кажется. Миловидный такой, ну и вообще, мне кажется, он девчонкам должен нравиться. Ну, чуть на сяру поменьше бы, и вообще было бы супер. Да, но зубы чуть-чуть пожелтели у меня от волнения. Я думаю, что у... Тяжело, на самом деле, так сказать. Мне нравится улыбка Антона Миранчука, если честно. Вот, за ней вот как будто что-то такое замысловатое есть. Вот. Гиля? Он всегда очень, очень хорошо и по-доброму искренне улыбается. Назову себя. Мне нравится. Чтоб почаще еще улыбался.